Доброго здоров'я! С вами доктор Олег Вадимович Гончаренко и рядом с вами Лариса, Украина, Одесса. И Лариса только что вот закончилось обучение, интенсив двухдневный. Но мы будем и дальше общаться, сопровождать. Лариса, она не медик, но она верит в биорезонансное лечение. Она проходила много лет, вытягивала своих близких, родных, помогала это лечение. И вот она захотела все-таки сама уже освоить, купить приборчики, близких, родным помогать. И у нее получается, она проявила интерес. Вот. Так что, Лариса, вам вообще понравилось? Нравится эта методика? Очень понравилось, очень много нового узнала, очень интересно, информативно, в сжатые сроки, очень много информации, все полезно, будем использовать, будем применять. Да, и я говорю всем, что тестировать может каждый. То есть ставить диагностика, это в основном диагноза. Да, нужны диплом врача. Но тестировать любой человек может для себя, для личной цели, подобрать витамины, минералы, биодобавки, препараты. Это нормально, поэтому оздоравливайтесь всей семьей. Спасибо. Будьте берегини ваших родственников, вот, и успехов в работе. Обязательно. Спасибо.